Ну что, дамы и господа, сегодня мы с вами будем погружаться в мир премиум-сегмента. И в этом нам поможет колясочка от компании Cybox. Моделька называется Koya, если я правильно произнес, если нет, исправьте меня в комментариях. Это, скажем так, младший брат коляски Cybox Priam 4. Здесь все выполнено из этих же материалов, то есть из самых лучших. Ручка из того же материала, бампер. Бампер, кстати, не входит в комплект, но я его обязательно рекомендую покупать, потому что он здесь настолько идеально выполнен, что без него как-то смотрится все это недоукомплектованно. Поэтому приобретайте его обязательно. Вот. Так что колясочка это у нас прогулочная. Кстати, Cybox немецкий бренд, вдруг кто не знал, напоминаю на всякий случай. Один, кстати, из самых таких известных в мире, наверное, даже брендов. И коляски и автокресла у них все одни из самых лучших. Поэтому достойный внимания вариант. Колясочка у нас прогулочная. Для путешествий она создана в первую очередь. Для мобильности родителей. В торговые центры, по магазинам, в поликлинику. Для этих целей она подходит просто идеально. Но для путешествий, для самолетов она создана, наверное, все-таки изначально в первую очередь. Гарантию производитель дает на своей коляске 1 год. Вес с сиденьем, вот как вы сейчас видите, 6,9 килограмма. Наклон спинки здесь 120-170 градусов. Ребенка вообще можно с 3 месяцев здесь возить. Новорожденного не рекомендуется, потому что все-таки ребенок смотрит не на родителей, а по ходу движения и не лежит полностью горизонтально. Вот. Ширина здесь 44 сантиметра, то есть вы везде, в любой проход, проем, везде спокойно поместитесь, друзья. Начнем мы с вами изучение колясочки сверху вниз. Кстати, 22 килограмма выдерживает вес ребенка. Смотрите, что касается ручки. Ручка здесь, к сожалению, не регулируется по высоте. Ну, никак это невозможно сделать. Выполнена она в том же стиле, что и у Priam'а. Также прострочка, все один в один. Немножечко единственное, как я помню, прям чуть-чуть ручечка потолще. Здесь чуть-чуть потоньше. Но я могу ошибаться на самом деле, но мне кажется, что здесь все-таки тоньше. Но это не делает ее хуже, потому что хват и так достаточно уверенный, такой прям классный. Это важно, ручка в коляске, потому что вы 99,9% времени везете коляску за ручку, и вам она должна доставлять удовольствие, поэтому это важно. По высоте не регулируется. Точные характеристики и высота ручки от пола до ручки будет по ссылке в описании в характеристиках. Пройдите, посмотрите. Что касается, друзья, материалов, все натурально, все качественно, все дорого. Единственное, сразу скажу, если соберете все-таки стирать колясочку, стирайте ее желательно до 30 градусов, чтобы она не садилась, и вы все потом обратно смогли это нормально одеть на колясочку. Коляска здесь использует ткань с водоотталкивающим эффектом. Сюда я не буду этого делать, но кое-кто делал. Берут кофе, проливают прямо сюда на колясочку, все стекает, и ни одного следа на коляске я не увидел. Я на это, естественно, это не видел, я видел на такой другой. Вот делюсь такими вот впечатлениями. Я лично приятно был удивлен, что вообще ничего не осталось на коляске. Круто, круто. Смотрите, что касается длины козырька, он вот максимальный. Здесь вот эта часть, москитная сеточка, она закрывается на замочке. Я просто вам открыл ее, чтобы показать вам максимально возможную длину козырька. Поэтому козырек вот как есть. Здесь у нас дополнительный такой выступ, дополнительная секция в козырьке, чтобы лучше защищать ребеночка. В общем, козырек в принципе здесь окей. Так, смотрите, друзья, фирменная фишечка современных колясок Cybox. Здесь, как в автокреслах, регулируется длина ремешков с помощью кнопки. Между ножек у ребенка нажимаем и отрегулировали. Подтянули, и ремешок
притягивается. И на месте мы можем регулировать высоту, не страдая, не разбирая коляску, ничего. В комплект у нас входит вот такой офигенный матрасик. Он реально очень приятный, тактильно качественный. Ну, это премиум, друзья, здесь не будет по-другому. Здесь мы видим сзади сеточка. Сеточка у нас здесь выполнена по той причине, чтобы лучше дышала, потому что колясочка подразумевается эксплуатация ее в теплых местах, где тепло, жарко, чтобы ребенку было комфортнее. Вот, подножечка здесь маленькая, коротенькая, вот так вот регулируется, ступенечка для ребенка. В общем, все как надо. Вот, друзья, давайте мы ее разложим. Кстати, здесь есть кармашек для мелочевки, ну, взять с собой банковскую карту, телефон. Сюда бросили, чтобы ничего с собой не таскать, очень удобно. Регулируется здесь все с помощью ремешков и вот такой вот кнопочки. Натягиваем и вот так оттягиваем. Собственно, вся регулировка. Хочу вам показать 170 градусов. Вот это у нас максимальный наклон. Этого, в принципе, более чем достаточно, чтобы ребеночек комфортно спал и ни о чем не переживал. Тем более в такой классной премиальной колясочке, от чего ему там переживать. У него, как говорится, жизнь удалась, все в порядке. Так, друзья, давайте обратим внимание сейчас с вами на нижнюю часть, но перед этим посмотрим на бампер. Бампер у нас выполнен из той же эко-кожи, с той же прострочкой, что и ручка. Здесь все хорошо. Напоминаю, он в комплект не входит, отдельно приобретается. Так, сейчас, секундочку. И там кнопочка. Откидывается он в стороночку, как калитка. И очень удобно, что можно аж вниз убрать, чтобы не мешало посадке ребенка. Также его можно вот так опустить. Но это мы увидим, для чего нужно, когда я буду ее складывать. Чтобы он не торчал, не мешал. Вот такую вот опцию они придумали. Очень прикольно, кстати. Так. Все. Так, посмотрим с вами на основание. Что сразу хочу подметить, друзья. Когда катаешь эту коляску, создается впечатление такой монолитной конструкции, потому что сборка тут, я считаю, эталонная. Вот в такого рода колясках я далеко не везде чувствовал то, что чувствую здесь. Плотная, монолитная, хорошо собранная, с минимальными зазорами конструкция, которая дает такое ощущение уверенности и надежности. Мне вот очень понравилось. Мягенькая амортизация есть у нас сзади. Вот я, честно, не помню, что спереди. Ой, спереди, то есть есть. Давайте проверим, что сзади. А сзади я амортизации тут не вижу. Но на самом деле основной вот этот вот комфорт в езде всегда дает передние, потому что на них весь удар приходит. И вот эта плавность хода дает именно передняя ось. Сзади же вот как есть. Резиновые колеса, не надувные, естественно. На всех современных моделях Cybex установлены система тормоза, где вы всегда подошвой ставите на тормоз и опускаете с тормоза, чтобы вы свою, может быть, дорогую обувь не корябали и не портили. Что касается багажника, друзья, он здесь нормальный, приличный, большой. Также в основании у нас есть отверстие сливное, вдруг там какая-то вода попала, все выбежит оттуда и не будет стоять жидкость в багажнике. Так что все окей. Так, а теперь самое интересное. Попробуем ее сложить. Чтобы ее сложить, друзья, здесь есть кнопочка одна и вторая. Нажимаем обе. И происходит вот такое вот дело. Вот теперь нам нужна эта кнопочка на бампере. Откидываем. Бампер у нас уходит вниз. Все. Здесь есть ручка, за которую можно схватиться. Все. Вот видите, каким путем они пошли, сделав вот такой откидной бампер. Ну, это я его сейчас обратно поставил. Но суть в том, что вот вы можете, не снимая бампер, вот так его спокойненько подогнуть. И все, вперед из песни, путешествуйте себе на здоровье. Причем вес, как я вам уже говорил, у коляски вполне себе адекватный. Раскладывается она вся, по сути, под своим весом.
Главное, когда раскладываете до щелчка, вот услышали щелчок, чтобы она встала на свои пазы, и все, можно эксплуатировать. Ну, собственно, что могу сказать, друзья, мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи, поэтому, покупая что-то качественное, мы инвестируем в свое спокойствие, в надежность, в ликвидность на вторичке, вот, позиции то, что мы покупаем. А Cybex в этом отношении реально один из лучших. Мало потеряете в цене, маленький процент каких-то гарантийных обрешений, ликвидная, очень ликвидная позиция на вторичном рынке. Все надежно, все хорошо, все красиво, нарядно. И для себя любимого, мы же еще как бы свое эго немножечко тешим, когда покупаем такие вещи премиальные. Поэтому почему бы и нет, цена, ну, чуточку дороже, наверное, основных ее конкурентов, но и то, что вы получаете, конечно, гораздо интереснее. Собственно, и все, друзья. Все, что хотел рассказать, рассказал. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Будут вопросы, пишите в комментарии, я на них отвечу. А я хочу пожелать вам сделать грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока.